Странный нрав и дурные манеры. Ее называли кровавая Мэри. Я говорил ей неоднократно вместо МК: читай лучше Канта, не отвечай на глупый вопрос, не вдыхай дым чужих папирос, не выходи без одежды из дома, не спи с кем попало без кондома, и никогда не вести с той стороны балкона, а не то отправишься совсем молодой в убежище заблудших девочек, в убежище глупых девочек, в котором хор нетрезвых мальчиков поет под мою дурочку. Вытекло время, стало ненужным бренное тело. Она оглянулась и сказала однажды: кто хотел пить, умер от жажды. У парадного входа последний отель, некто одетый как метродотель, готовит для умного и дурака и коньяка. Но ты никогда не пей этот коктейль до дна, а не то отправишься совсем